Здравствуйте, мои дорогие. Вот еще одно стихотворение, которое называется «Горько». Ну, наверное, про жизнь. Кто узнает себя, я был бы очень рад. Ветерок растреплет кроны, пробежит по мостовым в неодетые короны, облачится пилигрим, развиваясь на макушках, пробежавший по траве от души, словно из пушки, весть доставит о тебе, что, мол, все в порядке стало, только думай о тебе, что жить так совсем устало, впору убежать ко мне, бросить это обучение, наплевать, коль есть любовь, нету от нее лечения, будоражит только кровь. Как же быть, скажи, любимый, дай ответ простой скорей, ты в душе моей хранимый, в этом веке скоростей. Что скажу, как есть на сердце, что люблю тебя до слез, распахнуть мечтаю дверцу, да зажили б мы всерьез. Только есть у нас проблема, что родители у нас держат нас как теорему, словно снова в первый класс. Не хотели отношений, не хотят любви большой, не хотят себе лишений, не хотят идти с мечтой. Как же быть и что нам делать? Как сей узел разлюбить? Убежать и больно сделать, да еще и нагрубить? Голова от мысли рвется, а пойдем все скажем им. Глядь, родители смеются, кричат горько молодым. Спасибо.